Шалом Авраха, община Хафец Хаим. Сегодня у нас видеоурок по тематике дорога. Эх, дороги, какой же человек не любит быстрой езды, все это мы проходили. И для нас сейчас важно выучить какую-то фундаментальную лексику. Поехали. Уже проходили с вами слово рехев. Рехев. Автомобиль. Рехев. Автомобиль. Рехев – очень известное слово. Есть рехев катан. Вот, например, обратите внимание, впереди едет рехев катан, маленький автомобиль. Есть рехев гадоль. Вот рядом едет рехев гадоль. Рехев катан – маленькая машина. Рехев гадоль – большая машина. Очень хорошо. Поехали дальше. Мы едем на дороге. Дорога. Шоссе на иврите – квиш. Квиш. Дороги в Израиле имеют разные цифры, разные номера, простите. Квиш – эхад. Первое шоссе. Квиш – шеш. Платное шестое шоссе. Ну, пока достаточно. Очень хорошо. Кто управляет автомобилями? Мы с вами знаем. Управляют автомобилями водители. Водитель на иврите достаточно странное слово, не очень звучное, как на английском driver. Наг. Наг. Водитель. Хорошо. Итак, основную лексику мы, в принципе, запомнили. Что наша сейчас задача? Давайте сформулируем вопрос. Какое шоссе? Допустим, вы хотите спросить, как ехать и так далее. Какое шоссе? Эйзе квиш. Эйзе квиш. Какая машина? Эйзе рехев. Эйзе рехев. Если будем мы говорить эйзе с женским родом, то мы скажем эйзо. Ну, в данном случае в разговорном оно все сливается, поэтому для нас пока это не имеет принципиального значения. Давайте посмотрим парочку, скажем, что мы проезжаем вокруг нас. Мост. Мост на иврите красивое слово гешер. Множественное число гшарим. Гешер. Беседер. Здание. Часто в лексике остановитесь возле здания. Я возле здания, да? Биньян. Биньян. Похоже на грамматическую... Не похоже, одно и то же в принципе. На грамматические модули, которые мы с вами проходили, биньяны. Пока достаточно в разделе дорога. Давайте теперь вспомним. Рехев – автомобиль. Рехев – катан – маленький автомобиль. Рехев – гадоль – большой автомобиль. Наг – водитель. Гешер – мост. Здание – биньян. Ну и в заключение, как же будет ехать? Глагол, уже его учили в мультиках, кто помнит? Линсо, ехать. Ани носе, я еду. Ани носа, скажет женщина, я еду. Анахну носим. И теперь мы с вами уже можем сформулировать предложение. Мы едем к зданию. Анахну носим лебиньян. Беседа? Мы едем в машине, на машине. Анахну носим барехов. Очень хорошо. Это уже можем самостоятельно дальше проходить. То всем, кто еще не решился, желаю скорейшего переезда в Израиль. И, конечно, желательно приехать уже с каким-то минимальным запасом иврита, к чему мы и стремимся в наших уроках. Всего вам доброго, любите иврит.